встретила зиму? Ты уже ездила на плюшке или на горке? Ездила на плюшке и горке, и каталась на коньках. Это здесь, в Сосновоборске, или ты ездила куда-нибудь? В Сосновоборске. Угу, хорошо. Ты уже писала письмо Деду Морозу? Да. Что написала, что попросила? Конфетки, потому что я не знаю, чего я хочу. Угу, хорошо. Что бы ты пожелала своим родителям в следующем году? Счастья, здоровья. Угу. И чтобы было побольше конфеток, да? Да.